Всем привет! Вы на канале MLFIS Tally Tools. И сегодня у меня новинка. Шоколадные яйца с игрушкой из пони. Вот у меня все, которые были от яйца, чупа-чупса и всякие другие. У меня тут еще вот сколько других пони. Некоторые бесхвостые, некоторые даже бескрылые. И вот такие вот. Конечно, у меня есть коллекции. Даже без подставки. И сегодня мы будем открывать яйца 2012 или 2013 года выпуска. Где-то в этих годах они выпускались. Вот. Там будут такие вот фигурки. У меня из этой коллекции есть Reddity. Я ее покупала летом. И вот эти вот яйца я покупала в магните. Вот тут посмотрим упаковочку. Тут у нас изображена Эйбонэш, написано яйцо с игрушкой, игрушка внутри, мальтон пони, звездочки. У нас представлена тут вся коллекция, инструкция. Тут Флаттершай и Твайлайт, Конфитрейт, мальтон пони и звездочки. Пинки Пай и тут Реддити. Игрушка в каждом яйце. Открываем. Тут у нас яйцо. Немножко радужное. Reddity у нас изображена. И Флаттершай от Hasbro. И хоть и тойки, что ли. От компании Шоколад. Мальтон Пони, Конфитрейт. И открываем. Сам шоколад. Открываем игрушку. У нас розовая капсула. Тут, по-моему, должно быть две коллекции. И тут у нас из коллекции, наверное, сидбокса. Потом посмотрим игрушку. Смотрим сначала вкладыш. Ей нам попалась из сидбоксов. Да. Из сидбоксов коллекции. И это у нас... Applejack такая маленькая. У меня, по-моему, такая была из фитбоксов Applejack. Я думала, хотя бы какую-то другую игрушку мне. Ну да ладно. Вот. Я думала, хотя бы Twilight не попадется. Ну ладно, хоть не из страшной той коллекции. Applejack, она у нас оранжевая с желтыми гривами. Она немножко страшненькая, конечно, такая малюсенькая. Даже можем сравнить с этой поняшкой. Вообще малюсенькая. И можем сравнить с другими пони. Мне своими дэш. Да, малюсенькая, конечно. С таким вот яйцом такая вот пони. Да. Приступим дальше открывать. Следующая коробочка. Ну тут то же самое. А не стоит нам ее рассматривать. И открываем. Тут у нас уже изображена Pinkie Pie и Applejack. Ну, и тут радужная краской, как всегда, от Hasbro и хоть тойки шоколад. И тут у нас опять розовая капсула. Открываем. Надеюсь, это не страшные фигурки. И это у нас Reddity из той же коллекции. Вот из той же коллекции. Мне как раз Reddity нет, даже не сравнить. Ну, я рада такими фигурками. Ой. Только почему-то вот тут вот изображено старая коллекция. Ну, мне, значит, повезло, слушайте. Ну, тут получается Reddity, она белая с фиолетовой гривой. Глаза у нее немножко не покрашены, но тут реснички видно. И у Apple же какие-то немножечко страшненькие глазки. Ну, я довольна этими яйцами. И хоть и игрушка маленькая, с таким вот шоколадом, очень маленькая. И получается, у меня есть такие
замечательные фигурки. Хорошо, что не попалась из вот этой коллекции ни одна. Хоть я и хотела отвалить из этой коллекции единорожков. Ну, я довольна и вот этими фигурками. Вот. Такие вот у меня сегодня новинки. Ой, вот это. Всем пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.